про террористов. Я думаю, бостонский инцидент способен укрепить отношения России и США, хотя существуют и другие точки зрения. Почему? Потому что это традиционная угроза, угроза, которая объединяет всех. В данном случае она объединяет пострадавших от террора жителей России и Соединенных Штатов. Но вообще отношения России и США сегодня находятся, в общем, в низшей точке. Это произошло, безусловно, по вине американской администрации, инициировавшей принятие акта Магнитского, не слишком продуктивного документа и не слишком, кстати, не слишком основанного на морали. Но я думаю, что вот эта низшая точка, она в то же время и шанс на начало диалога, жесткого, проблематического. Я думаю, что этот диалог в ближайшее время начнется, хотя бы потому, что в сентябре предстоит встреча президентов Путина и Обамы. Эту встречу нужно готовить, и это обрекает, так сказать, эти обе стороны на диалог.